Студия «Колкон» представляет фильм Йодгора Сагдеева. Этот фильм снят по книге Тахира Малика «Шайтанат», все персонажи которого являются вымышленными. События происходят в 1980-х годах. Шайтанат. Царство бесов. 15-я серия. Алло. Соловей. Привет, братан. Это я, Волкодав. Помнишь Челябинск? Зону? Ну? Не ожидал. Нет. Так, слушай. Нашего академика уже нет. Ты об этом знаешь? Что случилось? Его заболели. Он успел мне передать кое-что для тебя. Мы должны сегодня встретиться. Хорошо. Приходи ко мне домой. Не, я не хочу тебя подставить. Они за мной следят. Кто они? Те, которые завалили нашего академика. Они считают, что мы с тобой сообщники. Ты давай не тяни. Вечером встретимся. Приезжай. Куда? Подъезжай к дому специалистов. Помнишь, где Федя квартиру снимал? Я там тебя буду ждать. Усёк? Ну давай, Соловей. Привет, Соловей. Волкодав. Да, это я. Да. Да. Бек Аке дома. Махмуд Аке. Сейчас я дам ему трубку. Манзура. Да. Где Зайнаб? Дома.
Позвать ее? Нет. Зятя нашего застрелили. Боже мой! Эльчин Ака, что вы здесь делаете? Наиля, я пришел к тебе. Я сожалею, что не смог отомстить до конца. Вы сделали невинную девушку несчастной. Разве вам этого мало? Но это месть. Ты сама в моих снах призывала мстить. Ошибаетесь. Не я призывал вас к мести, а дьявол в вашем сердце. Разве я могла призывать вас делать зло? Я много грешил, но теперь мы вместе. Нет. Вас ждет Зайнаб. Наиля, не гони меня. Я вас не гоню. Идите, вас ждет Зайнаб. Здравствуйте. 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 Как его самочувствие? Операция прошла удачно. Пуля слегка задела позвоночник. Чего и опасаются врачи. Боже мой, он поправится. Будем ждать, будем надеяться, Бог даст поправиться, и все будет хорошо. Я вас уверяю. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Не стоит сидеть здесь. Лучше идите домой. Все равно вас не пустят к нему. Приходите завтра. Спасибо. Желаю здравствовать. Доченька, Зайнаб. Бог уберег его. Сейчас ему лучше. Пойдем домой. Мамочка, вы идите. Я дождусь, пока он придет в себя, а потом пойду домой. Доченька, доктор ведь сказал, что сегодня к нему никого не пустят. Пойдем, доченька. Ну что, есть новости? Напали на какой-нибудь след? Пытаемся. Что же вы тянете? Неужели не за что зацепиться? Одного человека сожгли с машиной. След на него вывел. Но, оказывается, ошиблись. Смотрите, как бы милиция не опередила вас. Бекаке, может, будет лучше, если милиция этим займется? Почему? Похоже, в этом деле есть рука Хангирея. Хангирей? Спасибо, нормально. Ты слышал об академике? Да.
Это мой учитель. У вас там живет его друг, Эльчин. Так вот, он не должен умереть. И не должен оказаться за решеткой. И вообще, ни один волос не должен упасть с его головы. С сегодняшнего дня этот человек под нашей опекой. Чуд. Или у тебя ребята не так стали работать. Эльчин мой зять. Я это знаю. Именно поэтому он должен жить. Нет. Не может быть. В тот день, когда застрелили Эльчина, кто-то видел Армо. Но я не могу напасть на его след. Помните? Вы говорили, что Армо в молодости сидел с Хангиреем на зоне. Армо и Хангирей. Думаешь, они вместе? Да. Сделай так, чтобы твои подозрения были известны милиции. Ты прав. Пусть они сами ищут. Мы не будем вмешиваться в дело, которое упирается в Хангирея. Да, кстати, Зайнаб вызывали в прокуратуру. Сказать, чтобы не вызывали? Нет, не вмешивайся. Пусть вызывают и спрашивают все, что хотят. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Джалилаке. Здравствуй. Прошу вас. Мой братишка пришел. Проходи. Ну как ты? Здоров? Ты сам как? Эх, братишка. Пусть в нашем доме всегда будет достаток. Мне бы такого старшего брата, как ты. Почему тебя не было на дне рождения Толкуна? Он приглашал тебя. Ребята обиделись. Что, не мог прийти? Не говори так, друг, не надо. Ты же видишь мое состояние. Все время кашляю. Не хотел им портить настроение. Ну, выглядишь... неплохо. Цвет лица хороший. Но, если хочешь, есть очень хороший знахарь. Могу отвезти к нему. Жена моя тоже кашляла. Выпила его лекарство, и все прекратилось. Спасибо, друг. Махмуд нашел хорошего лекаря. Он лечит меня и Зайнаб. Зайнаб стала намного лучше. Правда, Махмуд? Да. Его лечение помогает. Он действительно оказался хорошим лекарем. Он определяет болезнь по пульсу. Ну, если хороший лекарь, я рад. Дай Бог здоровья. Я подожди. Ну что ты все время торопишься, как на пожар? Чаю с нами выпей. Чай. Чай у меня дома есть. Асад. Слышал я, в зятя твоего кто-то стрелял. Об этом не знает ни Манзура,
Не ты. Значит, и мне знать не обязательно. Ладно, друг. Не расстраивайся. Я пойду займусь делами. Ребята проводят тебя. Махмуд. Чем ваш хороший лекарь лечит? Вид мне его не нравится. Лекарь приготовил лекарства из трав, но, если честно, мне не хватает сил. Убедите его лечь в больницу. Может быть, вы его уговорите? Все время спрашивал, кто мог стрелять в моего мужа. Если бы я знала, разве не сказала бы? Он как будто меня подозревает. Ой, почему тебя подозревает? Разве ты не сказала ему, что была у отца? Сказала. Он спрашивал, кто друзья мужа, кто приходил домой. Я ответила, что не знаю его друзей. Правильно. Не обращай внимания на их расспросы. У них работа такая. Всех расспрашивают и находят. Послушай, доченька, может, заедем в больницу? Мы же не взяли ему поесть. Конечно. Тогда сначала заедем домой. Пойдем. Мама. Это вы, мама? Вы здесь? Да. Отец, Самандар, все мы здесь. Мама, я скоро приду к вам. Что случилось, сынок? Тебе трудно? Да, мама. Мне тяжело. Очень тяжело. Приходи, сынок. Отец смастерил тебе деревянные сани. Идем к нам. Мама. Идем. Никак не доберусь до вас. Мама. Идем. Не уходите, прошу вас, не уходите, мама. Мама. Отец. Отец, вы бредите. Хотите горячего чая? А? Нет. Подай мне чапан. Сейчас. Вот. Куда вы? Ты не выходи со мной. Оставайся здесь.
Зайнаб. Что ты здесь делаешь? Иди. Иди в дом. Ты, доченька, не переживай. Я еще попью у них крови. Нет, папа. Не трогайте их. Оставьте их всех мне. Не говори так. Не говори так, дочка. Вы оставите их мне. Подумай. Лучше о себе. Тебе надо выздороветь. Я знаю, как ты мучаешься. Не волнуйтесь за меня. Я выдержу. Чтобы побороть эту болезнь, нужна воля. А у тебя она есть. Да, папа. Есть. Потому что я ваша дочь. Шариф Намазов? Да, это я. Арина Бергер, прокуратура СССР. Куда собираемся? На работу. Пешочком? Да нет, сейчас машина подъедет. А где жена и дети? Дети в школе. Жена ушла за молочком. Ну, Хивинсхихан, сам покажешь или обыскать дом? Что показать? Ты что, лопух? Не понимаешь, чем может интересоваться прокуратура СССР? Давай вытащи все, что накопил, все свое богатство, и ты облегчишь свою участь. Богатство? Нет у меня богатства. А нам известно, что ты весь этот Хивинский дворец построил за очень короткий срок. Откуда у тебя это богатство? Это не я, друзья. Заткнись, зараза! Ты что, отправлял вино в Сибирь бесплатно? Нет. По требованию, по положенному тарифу. Послушай, Намазов, мне сказали, что ты ученый. А ты, оказывается, не ученый, а круглый дурак. Я перелетела 2 континента, чтобы слушать твою чушь. Стой! Куда? Это моя жена. Пропустите. Ой. Кто вы? Кто вы? Успокойся. Отец.
Кто эти люди? Они из Москвы. Ох ты какая. В летах, а ничего. А? Влад? Арина Артуровна, ну что, начнем обыск? Ну зачем мучить и себя, и других? Мы сделаем, как маэстро Гдлян учил. Намазов, давай не будем играть в прятки. Сейчас же выноси деньги. Какие деньги? А те, что ты получил от Карпова. 1 миллион. Карпов? Я не знаю такого. Ты не знаешь Карпова из Красноярска? А сколько тонн вина ты отправил в Красноярск, помнишь? Но этим занимается мой заместитель. А фальшивые документы тоже подписывает заместитель? Ты! Ты с чужим мужиком никогда не спала? Что она говорит, отец? Не понимаю. Намазов, ты хотел бы увидеть, как твоя жена спит с чужим мужиком? Что вы хотите этим сказать? Сейчас узнаешь. Влад, Игорь, тащите красотку в дом. И начинайте. Нет! Отпустите! Не трогайте! Шариф Агя, помогите! Шариф Агя, помогите! Отпустите ее! Намазов, ты сейчас же не напишешь расписку, что взял взятку от Карпова в размере миллион! Отпустите! Ты понял? Напишу! Отпустите! Шариф Агя! Отпустите ее! Влад, отпусти! Ой, коза. Доченька, я бы сама все погладила. Ничего, я все равно не могу заснуть. Ты опять не спала сегодня. Совсем замучилась, доченька моя. Нет, мамочка, сегодня мне уже лучше. Самое трудное, кажется, позади. Я чувствую, что лекарство помогает. Мама, отец. Лишь бы поправился отец. Больше мне ничего не надо. Конечно, милая. Дай Бог ему здоровья. На счастье тебе и твоему брату. Одна надежда на Бога. Только бы он поправился. Оставь это. Пойдем попьем чай. Я приготовила суп. Сама отвезешь мужу. Или Хамиду сказать. Почему Хамид должен ехать? А я? Я сама отвезу. Оттуда поеду в институт. Хорошо. Хорошо, доченька. Ты бы подруг пригласила, посидели бы с ними, поболтала. Ой, мама, сейчас не время. Я думала, ты бы немножко развеялась. Не волнуйтесь, мамочка. Я же говорю, все нормально. Самое трудное уже позади. Ну и хорошо. Оставь это. Идем чай пить. Пойдем, доченька. Ну где тебя носят? Час назад звонил, что едешь. Мы тут тебя ждем. Нехорошо. Меня по дороге задержал один человек, извините. Что этот человек? Дороже нас? Кто он? Оставь его. Ладно, ты выяснил, что там с Намазовым? Его арестовали. Садись. Бекахья. Кажется, с последним вагоном проблемы. Шариф случаем не сболтнул чего лишнего? Неизвестно. Его арестовали люди из Москвы. Наши не вмешивались.
Ты видел этих людей из Москвы? Нет. А где Килыч? Он не сбежал куда-нибудь? Он спокоен. Говорит, не волнуйтесь, все схвачено. Если потянут, то только на Мазова. Будьте осторожны. Как бы они Кылыча не повязали. Мы же не будем сидеть и ждать, пока заметут Кылыча. Его надо убрать, Бек. Не суетись. Если мы сейчас его уберем, москвичи могут заподозрить неладное. Хорошо. Тогда что мне делать? Дать им взятку, что ли? Нет. Пусть Махмуд выяснит все. А потом посоветуемся, что делать. Согласен. Хорошо. Хайдараке. Вы спрашивали, кого я встретил по дороге сюда? Но... Хангирей прислал человека. Хангирей? Да. Вчера ребята видели его, когда он входил в дом Хасыла. Сегодня я сам с ним столкнулся. Он ищет встречи с вами, Бекаке. Я сказал, что сейчас вас нет. И что он сказал? Он сказал, что приехал навестить близкого друга Хангирея. Но дома его не застал. В офисе тоже. Говорят, уехал куда-то. Спрашивал, не знаю ли я, куда он уехал. Я сказал, что у него своя голова, и руки, и ноги. Куда захотел, туда и уехал. Нас не спрашивал. Потом он неожиданно спросил. Между Хасылом и Беком ничего не произошло? И добавил. Мол, передайте вашему дружку Карпову, пусть вернет долг Хангирею и живет себе спокойно. Значит, пронюхали что-то. Я ожидал это от Хангирея. Теперь медлить нельзя. Махмуд, возьми Шамиля, Косова, и лети с ним в Москву. Встретишься с Хангиреем. Бек, не торопись, не надо. Если мы их сразу отправим, он подумает, что мы испугались, и начнет подозревать лишнее. Если упустим время, будет поздно. Карпов в бегах. Вагон не дошел до него. Ясно, что люди Хангирея навели ментов на этот вагон. Неспроста из Москвы прокурор приехал. Ну что, сидите, ребята? Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, бывший прокурор, едете? Да. Спасибо. Пусть едет, наберется опыта. А то ему, видите ли, не хватает знаний для борьбы с Асадбеком. Это своего рода удача. Не каждого отправляют учиться в Москву. Ну ладно, ладно. А теперь слушайте, Хасыла не повесили, не сожгли, а застрелили и похоронили. Откуда сведения? А тебе очень надо знать? Начальник сказал, что есть свой человек. В общем так, поедешь на кладбище и расспросишь могильщика. Понял? Я-то расспрошу, а вашего человека не заподозрят? Он прав. А чтобы не вызвать подозрения, ты объедешь 5-6 кладбищ. Все равно опасно.
Может, стоит немного повременить? Ну, подумаем. Да, еще одно. Стреляли в зятя Асадбека. Волчина? Да. Неужто это ответ на убийство Хасыла? Волчин жив? Жив, но без сознания. Поговорить бы с ним, как только придет в себя. Мне он может рассказать все. Пусть сначала придет в себя, потом поговоришь. Ты когда уезжаешь? Послезавтра утром. Ну, счастливо тебе лететь. А мы тут вдвоем за тебя немного постараемся, а, Хамдам? Конечно. Спасибо. Проходите, отец, пожалуйста. Спасибо. Асад сидит на веранде. Да? Вы не устали? Да нет, ничего. Посторонись. Прошу вас. Пожалуйста. Бекаге, они пришли. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Хамид, помоги. Спасибо. Рад вас видеть, отец. Проходите. Прошу вас. Спасибо. Проходите. Садитесь. Да не спошлет Аллах всем нам здоровья и благоденствия. Как доехали, отец? Спасибо. Сынок, мне пора ехать домой. Сегодня вечером сажусь на поезд. Вот, решил перед отъездом увидеться и поговорить с вами. И билет уже купили на поезд? Пора ехать домой, сынок. Джалил? Да. Я слышал, что... Поезда пару дней не будут курсировать? Да, Москва передала, что месяц не будет поездов. Месяц? Да, месяц. Ну, если поезда не ходят, мне некуда торопиться. Вот это хорошо. Джалил, слушаю. Ты бы сделал отцу плов своими руками. Да и я соскучился по твоему плову. Если Мазурахон нарежет лук и морковь, все пережарит, то риста я положу. Тогда начинай. Конечно. Эй, только не вздумай сбегать, когда приготовишь плов. Ладно. Друг у меня с характером. Вас что-то... беспокоит, отец, или я ошибаюсь? Нет, не ошиблись. Я тут вот по какому делу. Неделю назад ко мне приезжал ваш друг Карпов. Говорит, что кто-то преследует его, и вы их вроде как бы знаете. Среди них есть один узбек, который раньше работал на вас. И кто это? Он не назвал его имени. Я оставил вашего друга у себя дома.
Вы правильно сделали. Спасибо. Он отказался ехать, сказав, что у вас могут быть проблемы, если его возьмут здесь. Это все, что я должен был передать. А теперь, если позволите, хочу спросить вас кое-что. Спрашивайте. Вполне возможно, что мой рассудок слеп. Я ошибаюсь, но что-то в ваших делах мне кажется хищным. Отец, наше дело тонкое. Мы открыли 2-3 кооператива. Ну, есть друзья, есть враги. Да, и один враг — это уже много. Бывают такие дела и ситуации, когда приходится идти в обход закона. Но вашего друга, по-моему, не закон преследует. Почему вы так думаете? Если бы дело было в законе, вряд ли это коснулось бы семьи. Отец, у меня нет от вас секретов. После того, как забрали отца, я похоронил сначала братишку, а потом маму. Затем случилось так, что я связался с картежниками. Они меня воспитали и вырастили. Но после женитьбы я перестал играть и стал у них судьей. Знаю, обо мне ходят разные слухи. Хоть я и не читаю намаз, я почитаю Аллаха. Я знаю, что буду гореть в аду. Упаси Аллах, не говорите так, сынок. Отец, не знаю, как вы, но я от советской власти ничего хорошего не видел. И именно она должна гореть в аду первой. Хорошо сказано, сынок. Если бы моего отца не посадили, может, я и не пошел бы по этому пути. Это только причина, сынок. Не все, чьих отцов посадили, оказались на этом пути. Отец, дайте мне совет, что делать. Я хочу, чтобы мой сын, закончив учебу, остался там и не возвращался. После меня будет хуже.
О, Махмуджон, как вы? Здравствуйте. 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 Пожалуй, я пойду покурю. Прошу вас. Этот с вами? Вроде того. Вид у него, как у палача. Везете его на повышение курсов? Кажется, мы летим вместе. Если в Москву, то вместе. Сердце Родины. Звучит-то как нелепо. Что-то вас не видно в последнее время. Наше дело – сторона. Как-то я приходил к вашему беку с просьбой о помощи. В одном маленьком дельце, так он еле слушал и далее говорить не захотел. Это не так. Когда он в гневе, ну, вы сами знаете. Нет, нет. Он четко дал мне понять, что не желает меня даже видеть. Я почувствовал. Вы не понимаете меня. Думаете, что я карьерист? Да, я просил должность. Но делаю это не для себя. Если я займу это место, всем будет хорошо. Я думаю не о карьере, нет, о людях. Вот так вот. Не обижайтесь, но вы этого не поймете. Любезный, вы тоже не обижайтесь. Но обманывая всех, не обманывайте себя. Я знаю таких, как вы. Если нужно будет помочь человеку, у вас сразу не будет хватать времени. Окажется куча собраний, и вы, поджав хвост, просто исчезнете. Не так ли? Пора. Ну что, пойдем? Производится посадка на самолет, вылетающий рейсом 660 по маршруту Ташкент-Москва. Пассажиров просим пройти на посадку. Все нормально? Он заснул. Пусть отдохнет немного. Конечно. Садитесь. Мой друг серьезно болен. Он не хочет этого показывать, но я-то знаю. Если так будет продолжаться... Спаси Господь. Есть один знахарь, который сможет вылечить его, но он не приедет сюда. Ну, что нужно предпринять? Надо... отвезти к нему Асада. Может быть, вы, Мухиддината, убедите его, а? Мы бы вместе поехали, что скажете? Да. Если все так серьезно, то нельзя откладывать. Я сам с ним поеду. Спасибо. Продолжение следует...
dedik Yürek sevgi tuna Bugün çaydı Hayat bahtke egiz Çün çaydı Biz nesin yarattın Zalim Çiringe yollar on buldu Kondagi isyanlar devge yem buldu Tilladik imkanlar haske Ting buldu Biz misin yarattın Nahaklik Yolları birleşen Yürüdün Tinga urnashna yurdim be malal qizingni zo'rlashna yurdim be malal bizni sen yaratding Karayımız bugün kuzda yaş Yürekler tübüde açık arman taş Atrafta ne bir dost ne de bir Sırdaş Biz nesin yaraddin Tuzgaklı Hani bizge mihir Hani muhabbet Haydi Na shafqat Birodarlik qayda Jur'at qayda dur Ko'zimiz tavba Abad yo'lda dur Har birimiz la Çar bular idik Millet yumuşiga Kar bular idik Kaçandır bir bular Bar bular idik Sen yarattın şeytanat Biz ne sen yarattın şeytanat Biz ne sen yarattın şeytanat Bizni sen yarattın şeytanat Конец 15-й серии